наношу изнаночной стороной, задней стороной шпателя штукатурку. У меня теплом юнис белый. И немножко я добавила голда, который со стекловолокном. Плотно накладываю раствор между маяками. И будем сейчас снимать с вами. Сейчас он немножко пускай постоит. Вот так. Угол 90 обязательно ведь должен быть в кухне. Поэтому штукатурить тут надо. Вот так. Сейчас еще надо нанести столько же. Протянем сейчас вот эту полоску. У меня застелено линолеум с другого объекта. Так, возьмем сейчас с вами кельму штукатура. Упорно ребята не хотят переходить на инструмент, который я говорю. Для кого я снимаю, мне непонятно. Женщины, которых надо называть по имени-отчеству, а не ребятами. Ребята, которые не хотят покупать инструмент, который эргономичный, который я рекомендую, стоит ли вообще снимать. Или работать молча, понимаете как? И за это получать в срок деньги. Так, ребятки, сейчас мы с вами что, пойдем еще наведем. И я приду, а вы пишите комментарии, ставьте лайки. Вот, сейчас я приду, наведу свежего раствора в коридоре и с вами свяжусь. Хорошо? А вы пишите комментарии, ставьте лайки и будем продолжать стену. Пока. Ребята, замешала еще два ведра. Сейчас мы с вами накидаем до ветра, потом будем тянуть. Да, они вроде как в среднем одинаковые. Пускай немножко встанет раствор. Так. Берем шпатель, ребята, изогнутый с вами, который для круглых ведер. Это в том плане, что он для набрасывания с ведра одной рукой. Захватываю об стенку и сюда накладываю. Вот так. Плотно накладываю. И будем потом с вами снимать вот этим H-образным правилом. У меня оно полутораметровое от фирмы Steyr. Хорошее, нормально меня устраивает. Видите, как хорошо стеночку он закруглен. Так,
Первое ведерко у меня готово. Сейчас второй будем с вами накладывать. Опа. Так, ребятки. Так, накладываем, ребята. Так, сейчас берем аж правило и будем снимать излишки. Так, ребят, ну что, приступаем с вами к работе. Сейчас берем аж правило, вон оно, и протягиваем раствор. Вы согласны? Пойдем. Ребята, смотрим на середину. Теперь тут пустая. Закидываем. Этим же раствором. Thank you.
работы, ребята. Где-то надо снять, а где-то надо добавить. Сейчас, ребята, с вами будем забираться на стремянку.